Правящая партия Зимбабве призвала Мугабе уйти в отставку. От жены президента страны потребовали покинуть партийные ряды. Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ по итогам встречи Центрального комитета в воскресенье обнародовала заявление, в котором призвала президента страны Роберта Мугабе покинуть свой пост, сообщает Интерфакс. Также в ЗАНУ-ПФ потребовали от жены президента Грейс Мугабе выйти из состава партии. При этом все 10 региональных отделений партии объявили, что выражают недоверие Роберту Мугабе. Как сообщал корреспондент Нет, 15 ноября на улицах столицы Зимбабве появилась бронетехника. Военные взяли под контроль телецентр в Хараре и захватили резиденцию президента Мугабе. Позже СМИ сообщили, что в Зимбабве сформируют переходное правительство, в которое войдут представители оппозиции. Всеобщие выборы в стране состоятся только через 5 лет. В Зимбабве тысячи людей на улицах отмечают падение режима Мугабе. По материалам сайта news.com.